Отлично, молодцы. Разогрелись. Будем ехать дальше. Друзья, все знают, что такое людские отношения. Что-то просто правильное по жизни, да? Правильное отношение к чему-либо. На мой взгляд, именно эти людские отношения нужно стараться дарить, приумножать. Если вам повезет, вы будете получать их в ответ. И если многие люди будут жить просто по-людски, просто хорошо, просто по-доброму, правильно, то наша жизнь изменится в лучшую сторону. Примерно об этом следующий трек. Давай. Тому, кто воровал ордена у ветеранов, вернется рикошетом поздно или рано. Судьба шатает тех, кто наплевал в души, последнее забрал у тех, кому нечего кушать. А у нас тут каждый день одно и то же, и по-любому, зная, есть на свете Бог, все же последнюю футболку снял и отдал другу, и до последнего потом держал его руку, протирая деревянный крест от дорожной пыли. Рядом остаются только те, кто не забыли, кому-то сложно приехать километров 15, хотя под жопой тачка, кепочка до сланца. Из тех засранцев половина в никуда, силы так хватает, да только не хватает зла. Там теплые районы, каждому почти знакомы, солнце светит ярко, лавочки, балконы, а взгляд из-под лобья тяжелый, острый. Сначала делать надо, думать будет после. Волнует только семья и те, кто рядом близко. Ему свобода нужна, как легкий воздух чистый. И похуй на закон, важнее людское. Кому положено, тому и не дадут покоя. Не стоит так смотреть, и та толпа другая. И каждому вернется по заслугам, точно знаю. Отсутствие святого — это горе. И нечего со мной спорить, и там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок? Кому бы выше зарплату? Единство и мораль пацанской дружбы. Они базары под отравой никому не нужны. Таких, как он, реально мало было. Но сели, как известно, судьба всегда сильнее била. Игровые автоматы, спортивные ребята по строительству подряд. И вроде по накатанной. И всем доволен ночи, мечты о лучшем ночью. По планам точка, жить спокойно хочет точно. Здоровый тут в здоровом теле, это он о деле. А позже не могли найти его в течение недели. Эти качели порядком надоели, и нахера делиться с красными тетелями. Непонятки старшими постава друга лучшего, простреленные ноги их во избежание худшего. Розыск федеральный, да за местом нереальный. Документы в хате палевной и пусто на кармане. Бега податься в обход через границу, позабыть о журавлях и удержать свою синицу. Отсутствие святого — это горе. И нечего со мной спорить, и там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок? Кому бы выше зарплату? Единство и мораль пацанской дружбы. Они базары под отравой никому не нужны. Отсутствие святого — это горе. И нечего со мной спорить, и там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок? Кому бы выше зарплату? Единство и мораль пацанской дружбы. Они базары под отравой никому не нужны.